В столице республики продолжается турнир по волейболу. Участвуют команды 2008 и 2009 годов из Волгограда, Москвы и Ростова-на-Дону. Всего 9 коллективов. Среди участников и наша команда «Аланочка». Для осетинских волейболисток это первый крупный турнир. Какие результаты показывают спортсмены в материале моих коллег? Первый за долгое время старт – хорошая возможность продемонстрировать свои навыки. Междугородный турнир по волейболу, который стал уже доброй традицией, вновь проходит во Владикавказе. В республику съехались 9 команд. Это девушки 2008-2009 года рождения. Кстати, для этой возрастной категории турнир проходит впервые. После пандемии это значимое событие как для участников, так и для тренерского состава. Ну, для Северной Осетии и как и для других регионов сейчас все турниры важны. И неважно, отборочные они или рейтинговые, или просто междугородние турниры. Так как мало турниров было, и поэтому для детишек этот опыт, он просто необходим. А здесь уже на протяжении 5 дней проводится междугородный турнир. К нам приехали с других регионов гости. И этот турнир уже проводится традиционно. Уже пару лет мы его проводим. И мы могли бы его и в другом городе проводить, но все наши гости хотят именно в Осетию приезжать. И поэтому мы решили, что этот турнир станет традиционным. Среди участников – представители разных городов России. Это Москва, Ростов, Кабардино-Балкария и две команды из Волгограда. За Владикавказ выступает команда «Аланочка». Для них это первый раз, тем более, опять же, повторюсь, после пандемии. Они не знали, вообще они не понимали, насколько серьезно это все. Они вышли, а потом, когда поняли, что команды серьезные к нам приехали, они, конечно, испугались, но мы отыграли уже 3 игры, как бы пока все выиграли, идем неплохо. Психологически чуть-чуть не готовы, но будем работать над собой. Соревнования проходят 5 дней. У северо-осетинской команды «Аланочка» уже 3 победы в копилке. Тренерский состав возлагает на девушек большие надежды. Но, как утверждают организаторы, турнир – это прежде всего хороший опыт для юных спортсменок. Тинадин Музашвили, Хайтак Гапоев. Новости Осетии.